Флагману краснолуческой культуры 80 лет. Такими словами, Дворец культуры имени Ленина приглашал жителей города на свое юбилейное торжество. О том, что это действительно флагман, можно было судить по количеству зрителей, собравшимся 31 октября в гостеприимном зале ДК. И по ярким выступлениям, которые дарили краснолучанам талантливые артисты. Свою праздничную программу коллектив так и назвал «Вся наша жизнь – дворец». В округе каждый житель знает, дворец наш – лучший бриллиант. Мы юбиляра поздравляем! Прими перестание в любви! Мы долгих лет тебе желаем! Надейся! Веруй! И твори! Много добрых слов и пожеланий звучало для юбиляра в этот день. Хотелось бы поздравить всех работников Дворца культуры с этим юбилеем, пожелать им творческих успехов. И хотелось бы, чтобы и дальше он собирал полные залы. Большое спасибо, с праздником! И сегодня разрешите мне от имени Министерства культуры Луганской Народной Республики поздравить вас всех с этим замечательным праздником. А директору Дворца культуры Любовь Степановне вручить вот эту картину молодого художника нашей Луганщины. Здесь запечатлен пейзаж нашей Луганщины. Жизнь всех краснолучан, так или иначе, на разных этапах жизни связана с Дворцом культуры. Тут проходят регистрации браков и детские новогодние утренники, торжественные собрания и праздничные концерты, театральные постановки и выступления артистов. Коллектив Дворца всегда знает, чем порадовать своих земляков. Поэтому атмосфера здесь всегда теплая и душевная. В юбилейный день тем более. Концертная программа была насыщена яркими номерами и приятными сюрпризами. Своими выступлениями зрители радовали хореографические коллективы «Радость» и «Аленушка», вокальный ансамбль «Родник», Александр Новиков и его «Виа», Ирина Карпенко, Михаил Окунев, коллектив брейк-данса, театр юного зрителя «Орликин», арт-студия «Фарс» и другие артисты ДК. Полная версия концерта к 80-летию Дворца культуры будет транслироваться на канале Луч ТВ в ближайшие выходные 7 и 8 ноября.